Здравствуйте, рады мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. В этом видео хочу ответить на комментарии моего подписчика. Меня вот, честно, слово удивляет. Вот до глубины души моей удивляют меня люди. Люди понимают, что нас обманывают. Начиная от правительства и все остальное, все наши знания лживые. Вот, допустим, что люди заметили? Люди сами заметили эффект Манделы. Средства массовой информации, вообще наука, об этом помалкивают. Согласны? Согласны. Закопанные города у нас закопанные, в Европе закопанные. А где-то там якобы древняя Греция, под фундаментом ничего нет. Они все на поверхности, которые тысячи лет до нашей эры еще построены. Они стоят на уровне современных зданий. Понимаете, рады мои? Все шиворот на выворот. Находят артефакты, которые с историей не связаны, вообще глупости. Какой-то бронзовый век придумали. Ну как можно сделать бронзу до железа? Понимаете, множество всего вранья. Как бы сказать, не 100% вранья, а как бы искаженное. Что-то умолчали, а что-то приукрасили, приврали. Понимаете? Нас все, наша экономика, все везде, они понимают, что чушь собачья. А теперь смотрите внимательно. Что нам впихивают? Нам впихивают только то, что мы должны знать. Не больше и не меньше. Нам впихивают это. Допустим, есть такая вот техника, технологии. Нам говорят вроде бы всю правду. Вроде бы. Вот только единственное, что говорят правду, это техника, технология. Но почти правду всю. Допустим, вот такой мы знаем Тесла. А мы не знаем, как он через беспроводное провел, свет проводил электричество без проводов по земле. И нам не скажут. Якобы только у Тесла были вот объяснялки уже готового текста. А как он делал? Вот такую фигню нам порят. Потом все изобретатели, которые двигатели на воде, все что-то быстро умерли. Понимаете? И официально говорят, что это шарлатаны. Много чего, рады мои. Нам повторяют только то, что нам надо. А теперь, что может с нас деньги сосать? А теперь, рады мои, что еще нам впихивают? Смотрите, вот всякие Дарвины, там, все остальное, там, наука, космос, люди заметили, что там на веревочках все, там, ну, уже на веревочках, же фейки, все видео там, блин. А теперь, рады мои, про Луну, да, я его показывал, там, все. А теперь, рады мои, подумайте. Вот смотрите, Дарвин, вот вчера появился. Там всякие науки позавчера появились. Всякие ДНК только что появилось. Под ДНК мне столько видео есть. А теперь, рады мои, что еще нам впихивают уже несколько тысяч лет? Это, рады мои, религию. На каждом углу ставят церкви, храмы, синагоги и так далее, мечети. Понимаете? Они официально нам впихивают. Это же никто не скрывает. Нам раздают книжечки, брошюрочки, все остальное. Нам по телевизору каналы про религию. Понимаете, вот люди понимают, что нам врут, но почему-то и тут же им же доверяют. Но если кто-то тебя, родной мой, обманул хоть раз на пустяке, даже ты спросишь, почему ты меня обманул? Он говорит, да потому что вот там, видишь, а, ну понятно, простил. Но ты-то понимаешь, что завтра, если будет по какой-то причине важно, ему важно, деньги или что-то, он тебя 100% обманет. 100% обманет. Так же здесь, раз тебе врут, значит врут, рады мои. И на главном тебе не скажут, правильно это не скажут. Так что вот вся религия тоже ложь. Рады мои, ну тоже же вранье, рады мои, нам же ее впихивают. Официально впихивают везде. Никто не скрывает. Космонавты в Бога верят. Рады мои, космонавты. Нам это прям впехивают. У меня есть 2 видео на канале. Это сказка, как инопланетяне мамочку захватили. И Аватар, часть 2. Посмотрите, пожалуйста, про этого создателя. Вот там правда. Комментариев нет, лайков, дизлайков нет.
Вот. Люди смотрят сначала, и все, это типа скучно. Вы смотрите до конца. Вот и все, родные. Лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое. Без тела расскажу. До свидания.